Недельная глава Ваойро. Значит, Вайдабер Элохим Мейше. Говорил Бог Мейше. Вайдабер — это строго он говорил. Ваеймер. Иров сказал ему, а не один, я Бог. Ваойро, я показался Авраам, Эл Ицхок, Эл Яков, Беил Шады. Именем Бога Бог Всемогущий. Вегшми Адиной, имя Бога Ленедателем, я им не был известен. Рамбан говорит так, что отцам Бог показывался по качеству правосудия, а имя Ашем Мидасарахми, милосердие, в этом качестве Бог не показывался отцам, только он показался Моше. Вегам акимейсия с Бриси Итом, я также заключил мой союз с ними, Лосы с Роэм эсерец Кнуан, дать им землю Кнуан, эсерец Мугуреем Ашагору Во, землю их проживания, что они жили в ней. Вегам они шаматы, я слышал, это наказ в ней Исроил, крик сынов Израиля, Ашамицраи Маавидим Исом, что египтяне их эксплуатируют, в Эскере с Брисе я вспомнил мой союз с отцами. Так, нет. При конец предыдущей главы Бог посылает Моше. Моше идет к фараону, и фараон его не слушает. Моше идет с требованием выпустить евреев. Фараон его не слушает, и он делает положение евреев фараон еще хуже. Он перестает им давать солому, а норму надо выполнять такую же. Так Моше, конец прошлой главы, Моше приходит к Богу и спрашивает, что ты, почему ты сделал плохо этому народу? Почему ты меня послал? Так и сейчас Бог отвечает, и как Мидрашим замечает, Раши приводит, что тут была определенная претензия на Моше. Но Бог же знает, что он делает. Что он Моше должен был спрашивать, почему. Но так как Моше это сделал из-за боли, из-за заботы о евреях, поэтому Бог все-таки смотрел на Моше снисходительно. А то, что ты спрашиваешь, почему ты меня послал, я заключил союз с отцами. И я услышал крик сынов Израиля, и я вспомнил мой союз. Рохейн, поэтому я тебя послал, чтобы ты вывел их. Рохейн, мерливный Исраил, поэтому говорится нам Израиле, а не один, я Бог. Вейцейсиэсхам, я выведу вас, митаха сиврейс Мицраим, из-под тяжелых работ Египта, вейцауты эсхам, я вас спасу, мя вейдосом от их работы, вейгоауты эсхам, я вас спасу без зрея нутуя. Зрея – это плечевая кость. Это показывает силу. Нутуя распростертую. Уйшфотим дылем. Большими наказаниями. Блоках ты эсхем лир ом. Я возьму вас не за народ. Во иси лохем лир им. Я буду вам Богом. Видате, вы будете знать, ки они одиной рейхем, я ваш Бог, а мейти эсхем, который вывел вас, митаха сивры с митроим, из-под тяжелых работ египетских. Есть интересный, тут написано, что Бог послал, для чего? Значит, во-первых, я выведу вас из тяжелых работ Египта, спасу вас вообще от их работ, спасу вас моей сильной рукой, и я возьму вас себе в народ. Иерушалми говорит, что за этих четырех выражений, память об этих четырех обещаниях Бога, мы пьем четыре бокала. Вейцейси, вейцауты, вейгауты, вейгакахты. Папа Зацал говорил, что это четыре этапа избавления. Первое – избавление от тяжелых работ. Затем вообще спасение от работ. Затем спасение из Египта, выход из Египта. И что Бог взял нас за народ, это дарование Торы.
Это четыре этапа. Я приведу вас к земле, а что на сосе съедешь, я поднял руку, то есть поклялся, лососейса, дать ее Авраам Ицхаку Яков. Авраам Ицхаку Якова. Васата Исава Хамирошо, я ее дам вам в наследство, а не один я Бог. То есть я, то, что ты Моше, спрашиваешь, почему ты меня послал, я послал тебя для очень важного, чтобы я спас евреев от тяжелых работ, вообще вывел их, взял их себе за народ. Для этого я тебя послал. Вайдаме Мейше кейне обне Исраил, Моше так говорил к сынам Израиля, вэрэйшо моё Мейше, они не слушали Мейше, мекейце руах, короткого дыхания, у меня вейду коша от тяжелой работы. Евреи не слышали, почему? У них было, когда человек переутомлен, то, как известно, у него короткое дыхание. И от тяжелой работы. Вайдабе одиной умещал, и мэр, говорил Бог Моше, говоря, бодабер, приходи, говори о паре мелах Мицроим, к фараону царю Египта, в Ишалах, что он отпустил, эвне Исроил, сынов Израиля, миарцо из его страны. Вайдабе Мейше, говори к фараону, вайдабе Мейше, лифне одиной леймар, говорил Моше перед Богом, говоря, «Хейм бне Исраил, ведь сыны Израиля, лишь омой лай, не слушали меня, вейх ишмой нефары». Как фараон меня услышит? «Ве они орал сфацаем, а у меня закрытые губы». То есть у Моше не было четкого выговора. Так, тем более, есть евреи, которые были так заинтересованы в этом, меня не слышали, тем более меня фараон не услышит. Непонятно. Ведь написано, что почему и евреи не слышали от короткого дыхания и от из-за тяжелой работы. Фараон тяжело работал? Нет. У него было короткое дыхание от переутомления? Нет. Так при чем тут, что евреи не слышали? Тем более фараон меня не послушал. А? Ответ очень простой. Тут же написано, как Моше выразился. Евреи меня не слышали, ах, услышит меня фараон, а у меня закрытые губы. То есть у меня нет четкого выговора. Моше не знал. Тора пишет, почему евреи не слушали из-за короткого дыхания, из-за тяжелой работы. А Моше не знал, почему евреи не слышали. И так он соотносил это к тому, что у него закрытые губы, нет четкого выговора. Говорят на это так. Когда человек что-то делает, и у него не получается, так в этом есть разница между человеком гордым и скромным. Человек, который гордый, если у него что-то не получается, знаете, почему не получается? Жена виновата, теща виновата, мои родители меня нехорошо воспитали. Это из-за них. Вообще-то я был бы очень удачным, но... То есть есть много виноватых. Есть один, который точно не виноват. Это он сам. Скромный человек смотрит совсем по-другому. Он прежде всего ищет недостатки у себя. Так когда Моше говорил к еврейскому народу, они его не слушали, то Моше, как известно, был скромнейший из всех людей, так он искал недостатки у себя. Недостатков духовных при всех стараниях он у себя не нашел. Может быть, физический недостаток? Мой выговор неточный, нечеткий. Так Моше соотносил то, что его евреи не слышали, потому что у него орал сфатаим, нечеткий выговор.
И раз с таким нечетким выговором, евреи, которые так заинтересованы послушать, они меня не слушают, тем более фараон, который совсем не заинтересован меня слушать. А Тора нам сообщает, что причина, почему евреи не слышали, от короткого дыхания, тяжелой работы. А Моше об этом не знал. Вайдабер аноил Моше ва-Аарон, говорил Бог Моше Аарону, вайцам ему указал бне Исраил, сынам Израиля, вел парей мелах Мицраим, фараона царя Египта, гейти вывести бне Исраил, сынов Израиля, мерес Мицраим из земли египетской. То есть простой перевод – это посланничество. Заботиться о евреях и идти к фараону, вывести евреев. Раши, Медраш приводит, что он говорил, что ты, тебя назначили руководителем над еврейским народом, ты должен иметь большую терпеливость. Среди евреев могут быть разные люди. Могут быть скандалисты, люди с претензиями, самые разные. Руководитель еврейского народа должен иметь большое терпение. А к фараону тоже. При всем том, что он подлец, негодяй, и он эксплуатирует евреев, есть какие-то рамки уважения к фараону, как к царю страны. Есть рамки уважительного отношения. Я пропускаю родословие тут, чтобы мы успели больше из основного содержания главы. Седьмая глава. «Ваеймер адиной омиша», сказал Бог Меша, «эй, смотри, насатихо элегим лефар, я тебя сделал как главным к фараону, ва Аарон ахиха, Аарон твой брат, ене виэхо, будет тот, кто будет пересказывать». То есть Моше сказал уже перед Богом, что у него нечеткий выговор. Он говорит, так ты будешь говорить, а потом Аарон будет пересказывать. А то седабер, ты будешь говорить, эсколаша ацавеко, все, что я тебе прикажу, ва Аарон ахиха, Аарон твой брат, еда берал пары, будет говорить к фараону, в ищилах, и выпустит из Исроил, сынов Израиля, и арцы из его страны. Да они, акше, а я сделаю твердым, эслэйф пары, сердце фараона. Венербиси, я умножу эсэйсэйсэй вэсмэйфсэй, мои знамения и чудеса, бэрэс митроем земли египетской. То есть, тут уже Бог заранее предупреждает Моше, что я сделаю твердым сердце фараона, он не захочет вас выпустить. Для чего? Чтобы умножить знамения и чудеса моей земли египетской. Цель была показать величие руки Бога и показать чудеса в земле египетской. Вавишма арихем пары. Фараон вас не послушает. Вы носатые с йоды бы митроим, я дам мою руку над Египтом, вы ицейся с цивейся, я выведу мои армии, и сами в Наисрое, мой народ, сына Израиля, мера с Митраем, и земли египетской, бешфотым дылем, большими наказаниями. В йоду Митраем будут знать египтяне, я не один, я Бог. Винтейся с йоды, я подниму мою руку у Митроем над Египтом, вы ицейся в Наисрое у Митыхом, я выведу сынов Израиля из них. Вая сделал Моше и Аарон, кашаци войной эйсон, как Бог им велел, кей носу, так они делали. У Моше бен Шмейним Шона, в Аарон бен Шолыш у Шмейним Шона, бе Дабро Маупары. А Моше было 80 лет, а Аарону было 83 года, когда они говорили к фараону. То есть основное, наиболее важное время действия Моше, деятельности Моше, было 80 лет. Во имя Адиной Омиши, говорил Бог Моше ва-Аарон Рима. Кидабер алейхем пары Рима. Когда фараон вам скажет, ну алейхем эйфес, покажите вам чудо. Ва-Амарте ла-Аарон, скажи Аарону, кахес матхо, возьми твой жезл, ваш рифней фары, брось перед фараоном, и его санин, он превратится в змею. Ва-Йовей Мейше ва-Аарон Опары, вошли Моше и Аарон к фараону, ваясухэн сделали так, кашиациву адиной, как Бог велел.
что фараон, естественно, спросил, покажите чудо. Моя шейха Арин, бросил Арон от Матею свой жезл, лифней фарей в лифней аводов, перед фараоном и перед его рабами, мои гасанин. Он превратился в змею. Ну, и что вы думаете? Фараон восхитился этим чудом, так вы думаете? Медраш нам рассказывает, как это было. Ваикрог Гампари позвал фараон тоже, Рахахомим Рамхашфим, мудрецов и колдунов, Ваясу Гамхим, сделали тоже они, Хартумей Митраим, колдуны Египта, Баратеем, своим колдовством, кейн, так. Медраш рассказывает так, когда Моше показал это чудо, фараон стал кукарекать, как петух. Он говорит, это знамение вашего Бога? Обычно люди посылают товар в том месте, где этот товар отсутствует. Медраш приводит свои примеры, представьте себе, ну, привозит бананы в Индию. Вы что, не знаете, что все эти колдовства, они у меня? Он позвал детей из школ, они тоже показывали колдовство. Вы мне показываете чудеса? Для меня это чудеса? Что это? Вы над мной смеетесь? Юхни и Мамры, это руководители колдунов, сказали Меше, что ты возишь солому там, где есть предостаточно соломы? Ты нам показываешь такие чудеса? Меша ему ответил, в том месте, где есть много этого овоща, они знают ему цену. Другими словами, есть именно в Египте, что это был мировой центр культуры, науки, колдовства, астрономии. Именно там Бог хотел продемонстрировать свои чудеса. Потому что если бы он это показал в какой-то провинции, то колдуны Египта бы сказали, вот нам бы это показали, мы бы показали, что это. Вас можно провести любым. Поэтому Бог специально показал свои чудеса в мировом центре астрономии, астрологии, колдовства в Египте. Так колдуны Египта, Баяшлиху и Шматею, бросили каждый свой жезл, воюя с Анинем. Они превратились в зверя. Но воивра Мате Аарона с Матейсом. Жезл Аарона проглотил их жезл. Жезл Аарона превратился... Жезл Аарона превратился в змею, затем он обратно превратился в палку, и он их проглотил. Медраш говорит, что фараон содрогнулся. Подумал про себя. А что будет, если Аарон им прикажет проглотить фараона, трон вместе с фараоном? Что тогда будет? Будет очень неприятно. И все-таки воеха заклей в пары, укрепило сердце фараона, было еще мало, и не слышал их, каше дибер адиной, как Бог сказал. Ваеймер адиной о Мише, сказал Бог Мише, ковей дрей в пары, сердце фараона тяжелое, мейн, он не хочет кошарахом отпустить народ. Знаете, есть логика, а есть желание. Фараон не хотел отпускать. Рейхал парой бабекер, иди к фараону утром. И не яйце амайма, он выходит к воде. Почему он выходил к воде? То есть, когда написано рейх, иди, это встреть его вне дворца. А когда бо, войди в дворец. Так, а почему он выходил к воде?
Медраж говорит, что он сделал из себя идола, а раз он идол, то он не нуждается выходить в туалет. А он же, да, нуждался. Так он выходил к нему, окунался там, справлял свои потребности там. И никто не видел. Но, честно говоря, мне жалко. Жалко вести такой образ жизни. Это очень неудобно и неприятно. Но что человек не делает, чтобы стать идолом? Вы не цавтали кроссы, стань ему навстречу асфаса ер у берега Нила, ваамате, а жезл, а шонепаху нохаш, превратился в змею, ты как бы ее дыхал, возьми свою, твою руку. Виомар то илов, скажи ему, адино еле ее иврим, бог евреев, шохани ерехо лимер, послал меня к тебе говорить, шарахес ами, отпусти мой народ, ваявду не бамидбор, они мне будут служить в пустыне. Вейны еще мато от кей. А ты не слушал до сих пор. Кей омар одиной, так говорит Бог. Безей стыда, этим ты будешь знать, что они одиной, что я Бог. Очень интересно. Бог привел на Египет всего сколько наказаний? 10 казней. А почему именно 10 и в чем это смысл? Именно их. А Бабанео, Маубим, папа застал, говорил это. Это было не просто наказание. Это было продемонстрировать величие руки Бога. И как это были как лекарства. Если у человека есть болезнь, то надо им давать лекарства. И обычно серия лечения. То же самое и к духовным болезням. В Египте было много болезней, и нужно было три серии лечений. Какие три? Так интересно. Перед каждой серией написано, для чего Бог посылает это. При первом ударе из каждой серии. Вот сейчас перед кровью написано, этим будешь знать, что я Бог. И неонехи, сейчас объясним, в чем это проявилось? Инеонехи маке. Вот я ударяю, бамате ашеба йоды, жезлом, который в моей руке, арамаим, на воды ашеба ер, которые в Ниле, в неевхуле дом, и они превратятся в кровь. Воды Нила превратятся в кровь. В адогу ашеба ер, а рыба, которая в Ниле, томус вымрет. У вааша ер, протухнет Нил. В Нилу Мицраим, устанут египтяне, лишь ты с моим, пить воду Минаер из него. В Египте было много идолов, но одним из наиболее центральных был Нил. И это можно очень хорошо понять. Нил – это был символ плодородия Египта. Раз в год Нил разливался и орошал Египет. От Нила шло их плодородие. Так Нил был идолом. Так он, первый удар Бог ударяет по идолу, показывает, что Нил ничего не стоит. И представьте себе идол, что вместо воды это кровь, воды превратились в кровь, рыба вымерла, и Нил протух, противный запах. Ну, что вы говорите? Симпатичный идол. И первый удар был показать, что Нил ничего не стоит. Во имя Адиноя, Миша, сказал Бог Моше, Эмер Агарн, говори Карону, как матха, возьми твой жезл, он и ты, йотха, простри твою руку, а у имя Мицраим, на воды Египта, а у Нарисом на их реки, а у Ереем на их каналы, во Агмеем на их озера, во Алком Миквеем имеем, на все собрание их вод, в ее дом. Это станет кровью. Во ее дом бы холерец Мицраим. И будет кровь во всей земле египетской. Уво этим. И в посудах из дерева, уво вонь в посудах из камня. То есть на всей территории Египта вся вода превратится в кровь. Моя сухая сделали так Моше и Аарон.
Каша циво одиной, как Бог велел, вайорем бамате, поднял жезл, ваях ударил самаим воды ашабаер в Ниле, рейней фарей у рейней аводов, перед глазами фараона и перед глазами его рабов. То есть присутствие фараона и его рабов, Аарон ударил по него. Вайовху превратили с коламаим ашабаер все воды, которые в Ниле, в дом, в кровь. Моментально. Аарон ударил, и воды превратились в кровь. И это было, удар был в присутствии фараона и его вельмож. А почему Аарон ударил по него? Почему не Моше? Бог спас Моше. Мидраш говорит, что так как Моше был в коробке, его положили возле Нила, и это его спасло, от кого ты имеешь добро, ты не должен его ударять. Поэтому Моше не должен был ударять Нил, а это сделал Аарон. Ваадогуаша багир, рыба, которая в Ниле, мейсо вымерла, ваиваша ер, протух Нил, вагаёхал Мицраим, не могли египтяне лишь ты с маями на ер, пить воду из Нила. Ваиадом, был кровь, бахогарас Мицраим, во всей земле египетской. Ваясу хэй хартумей Мицраим бавотеем, сделали так колдуны Египта своим колдовством. Скажите, а что они сделали? Они взяли воду, не знаю, в пробирке, или в ведре, или даже в бочке, и прорастили в кровь. Скажите, это может сравниться с тем, что сделали Моше и Аарон? Конечно, нет. Моше и Аарон превратили в кровь воду на всей территории Египта. Несколько миллионов квадратных километров. С одного края до другого края. И повсюду вода превратилась в кровь. А что они сделали? Превратили воду в ведре или даже в бочке в кровь. Это может сравниться. Но а что же они говорили? Я понимаю, что они говорили то, что когда-то мы слышали. Ну, пока Моше знает лучше нас. Но мы, как говорили, догоним и перегоним Америку, слышали? Мы тоже догоним и перегоним Моше. Моя хозяйка и в паре. Крепилось сердце фараона, было еще мало, я не слышал их. Каше дибер одиной, как Бог говорил. Ваиф им пары. Повернулся фараон в Айове Обейси. Пришел к свой дом. Было еще с рибой гамро здесь. Не обратил свое сердце и к этому тоже. Ни к чуду, что змея превратил, что жезл Аарона превратился в змею. И не удар крови. Ваях прохал Мицраим. Копали все египтяне своего тайор возле Нила, вокруг Нила, маем лишь тот, воды пить, килоёху лишь тыс, потому что не могли пить мимимей айер из воды в Нила. В Медраше идет спор. Написано, что они копали, но не написано, что они выкопали. Так два мнения. Есть мнение, копали и выкопали воду. Другое мнение, копали и выкопали кровь. А тут написано, «Ваймол и Шивасьем, и наполнил семь дней, а Харейс Акейс Адиной, после того, как Бог ударил Эсайер Нил». Так было, удар продолжался семь дней. Что же они покопили? Так по мнению, что они выкапывали воду, так они могли выкопать воду. Но понятно, что это была очень трудоемкая работа. И вода стоила еще очень дорого. И ее было мало. А по другому мнению, что копали и выкапывали кровь, то единственным источником воды был, они могли покупать у евреев. Ведь этот удар, как и все другие удары, не затрагивали евреев. Из того же Нила, из того же водоема еврей черпал воду, а египтянин – кровь. Как говорят, политэкономии, рыночная цена
зависит от спроса и предложения. Спрос был большой, а предложение было мало. Можно себе представить, сколько стоила вода. Ваеймер Адиной о Мише, сказал Бог Мише, бейл пари, приходи к фараону. Мы уже говорили, приходи к фараону, войди к нему во дворец. Вамар то его, скажи к нему. Кей омар Адиной, так говорит Бог. Шараха сами, отпусти мой народ, во я вдуни, что он мне служил. Вы ему и на то шалех, если не хочешь отпускать. И ней он их и негив. Вот я ударяю, эскол гвухо, всю твою границу, батфарды им лягушками. Интересно, написано твою границу, всю твою границу, но не границу других. Мидраш Раба говорит, что из-за лягушек стал мир между Египтом и Куш, Абиссинией, Эфиопией, возле нее. Там был территориальный спор, наподобие, как есть территориальный спор, кому же принадлежит Нагорный Карабах. Слышали об этом? Там был подобный спор между Египтом и Куш, Эфиопией. А какой по территории, кому он принадлежит? Они видели, что то, что Моше говорит, выполняется. И написано, твои границы, а не границы других. Так послали наблюдателей, и они смотрели, докуда дошли лягушки. Это Египет, докуда они не дошли. Это не Египет. Не Египет. Других претендентов нет. Значит, наверное, Куш. Еще раз умножит Айер Нил Цвардим, лягушек, вы оба поднимутся, у Вову Вицеха, приду к тебе в дом. Первый визит к фараону, в дом. В Вахадам Мишковха, твою спальню. В Аумитосеха, на твою кровать. У Вейса Абутеха, в дом твоих рабов. У Вамеха, и в твой народ. У Сануреха, в печке. У Маришарисеха, в тесто твое. У Вехо, у Веамхо, тебя. И твой народ, увыхор аводеха, всех твоих рабов, ко всем твоим рабам, я его поднимутся от сфардым лягушки. Обратите внимание, лягушки тоже откуда они вышли? Из Нила, который был идолом у Египта. Лягушки – это была психологическая атака. Представляете себе, повсюду они прыгают, ква, 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 ква. Прыгают на столе, в тарелку супа, повсюду. А скрываешь рот, они залезают тебе в рот. Как мы уже говорили, все эти удары евреев не трогали. Во имя Адонай Миша, сказал Бог Миша, Эмер Аарон, говори Аарону, не ты съед хвости твою руку, а он бематехо, твоим шезлом, ала норес на реки, ала ярим на каналы, ала агамим и на озера, беау подними с ацфардым лягушек, ала рацмитроим на землю египетскую. Ва ей таары на съеды, Аарон простер свою руку, а он мейми митроим, на воды Египта, батал ацфардея, поднялась лягушка, простой пшат, это множество лягушек, Матхас покрыла, эсерас митроим землю Египта. То есть, значит, покрыла. Повсюду были лягушки. Ваясу хейна хартумим болотеем. Сделали так колдуны своим колдовством. Ваяру подняли эсацфар землю лягушек, а эсерас митроим на землю Египта. Ваикрофар и ремейши агары. Фараон позвал Моше Аарона. Видите? Лягушки ему было тяжело выдержать. Чем эта лягушка так его давила, было, не знаю. Было несколько ударов, что он в середине удара звал Моше Аарона и просил пощады. Одна из них – это лягушки. Чем она ему так мешала? Моей имя сказал, «Атфируя Адиной, просите у Бога, в Йосер Ацфардим, что он убрал лягушек, мимени у миами, от меня и от моего народа, вашалхоя словом, я отпущу народ, в Йосеру Адиной, чтобы они приносили жертвы Богу». Ведь так Моше сказал ему в прошлой главе, «Отпусти народ, чтобы они служили Богу». Моей имя Мишу Эфары, сказал Моше фараону, «Испойрай, хвались у меня». Ремосы, никогда, а ты, Рухо, я буду просить тебе, в Рабодехо и твоих рабов, у Амхо и твоему народу, в Ахрис,
уничтожить асфардим, вырезать лягушек, асфардим мимхоум и ботехо, от себя и твоих домов. Рак байер тишо арно, только в Ниле они останутся. Видите, Моше заранее предупредил фараона, я обещаю убрать фараона со страны, а в Ниле они останутся. Что фараон потом не говорил, ты сказал, убираешь лягушек, они вот тут есть. Про Нил я не говорю, я говорю, что они не входили в Египет. Ты скажи, на когда? На когда, чтобы я просил? Ваеймер сказал Ремохор на завтра. Ваеймер сказал Китворху, как твои слова. Реман Тейда, чтобы ты знал, Киэй нету, Кадино и Раину, как Бог наш Бог. Тут задается вопрос. Когда Моше сказал фараону, скажи, когда. А фараон говорит, завтра. Почему не сказать сразу же? А? Фараон думал, что, может быть, Моше знает, раз Моше так говорит, что я уберу, когда ты попросишь, что, может быть, Моше знает, что они сейчас же уйдут. Поэтому фараон специально схитрил и сказал завтра. Моше говорит, ты говоришь завтра, как ты говоришь. Чтобы ты знал, нет, как Бог наш Бог. Вы ссору от сфарды, уберутся лягушки, мимхоу ми ботехо, от себя и твоих домов, у меня водехо, у меня мехо, от рабов и от твоего народа, рак байер только в Ниле, ты шарно, они останутся. Воицы меньше варм им пары. Вышел Моше Аарон от фараона, боится к меньше одиной, кричал Моше к Богу, а двор от сфарды им о лягушках, о шасом, что он сделал фары фараона. Бояс одинокий двор меньше, сделал Бог по слову Моше, по ему сатфарды, вымерли лягушки, мина ботами домов, мина хацирейси дворов, у мина содейси полей. Вымерли. Воизбура Исом собрали их хоморим хоморим, горки-горки, вативаш орес, протухла земля. Так фараон обещал, что он отпустит. Что вышло? Воя пары увидел фараон, кихой сорвоха, стал простор, он стал делать тяжелым свое сердце, в еще малое не слышал их, каша дибераде, ну и как Бог говорил. Но пока фараон сам делал тяжелым свое сердце. Так второй удар прошел, первый удар, второй. Оба, первый удар пришел на них, на их идол, второй лягушки вышли из Нила. Во имя Адиной Умейши, сказал Бог Моше, Эмера Гаарин, говори Карону, не ты ес матхо, распасти твой жезл, вэх ударя сафару орец, землю, вою лихиним, станет в Шаме, бахол эрец митроим, во всей земле египетской. Моя сухой, сделали так, во ней Таарин эс йоды, простер Аарон свою руку, бэ Матею жезлом, вэх эс сафару орец, ударил пыль земли, в атиакином, стала вшивость, бо одов в человеке, у вабеймы в скоте. Кола фароорец, вся пыль земли, о яхиним, стали вшами, бхол эрес митроем во всей земле египетской. Вая сухейна хартумим, сделали так колдуны, бэлотеем своим колдовствами, рейте с акиним вывести вшей, привести их тоже, в гаёхэгу не могли. Вати акином стала вшивость одному человеку в обеймой скоте. Ваеймеру ахартум и молпары. Сказали колдуны к фараону. Они пробовали сделать, и у них не получилось колдовствами привести вшей. Сказали ахартум им колдуны молпары к фараону. Эцбая эрекими. Это палец от Бога. То есть это не колдовство. Это палец от Бога. Честно признались. И все-таки вехазак рейв пары крепило сердце фараона, причем Арем не слышал их, каша дибер Ашем, как Бог говорил. То есть, мы говорили, что первая серия, это было первые три удара, показать, что есть Бог. Так первый удар пришел по Нилу, второй, лягушки вышли из Нила, третий, что противниками Моше,
которые спорили с Моше, были колдуны, и по которые они поддерживали дух фараона. Первые два удара они пробовали сделать кровь лягушек. Понятно, что это было совсем другое, что-то делал Моше. Совсем далеко одно от другого. Но они говорили, мы тоже что-то можем. Мы сами с усами, мы тоже можем. А вот третий удар должен был показать, что они не могут. И они честно признали, что это палец от Бога. И этим закончилась первая серия с удачей. Этим я покажу, что есть Бог. Во имя Адиной я у Мейше, сказал Бог Мейше, Ашким Бабыке, встань рано утром, выясняйся, встань лифней фарой перед фараоном, и не яйцей хамуймо, вот он выходит к воде. Мы уже знаем почему. Бо Марта Илов, скажи ему, кио мар Адиной, так говорит Бог, шалах ами, отпусти мой народ, в Явдуни, и пусть они мне служат. Ки мене инхо машалея хасами, потому что если ты не отпускаешь мой народ, и ныне машлех бехо, я натравляю на тебя, увы аводехо, и на твоих рабов, увы амхо, и на твой народ, увы техо, на твои дома, эсэ орев, смесь зверей. Умогу наполнится, бо ты Мицраим, дома Египта, эсэ орев, смесь зверей, выгаму адома и земля, так же земля, аше и молео, что не на ней. Представьте себе зоопарк, вышел и гуляет по улицам города. Львы, леопарды, тигры, медведи, волки, рыси гуляют и нападают. В Ефрисе я выделю, воемау в тот день эсерес гейшен, землю Гошен, ашерами эмейдорео, что мой народ находится там. Ревилтия ейшом орев, чтобы там не было смеси зверей. Реман Тейда, чтобы ты знал, ки они одиной, что я Бог, бекера во орец внутри земли. Тут написано, это начало второй серии ударов, вторых трех ударов. Для чего? Чтобы ты знал, что я Бог внутри земли, что есть наблюдение Бога на все, что происходит на земле. Вы знаете, что были философы и мыслители, которые поняли, что мир не крутится сам, и есть Создатель мира. Но они не дошли до того, что Бог наблюдает за всем, что происходит в этом мире. Кто одевает филин, кто нет. Кто соблюдает субботу, кто нет. Кто будет здоровым, кто больным. Кто кого встретит. С кем что произойдет. Так это надо было показать наглядно. Представьте себе, гуляют медведи, волки, тигры, львы, рыси, пантеры, гуляют спокойно по улицам Египта и нападают только на египтян. А евреев они вообще не трогают. Евреи были во всех местах, не только в Гошене. Но евреев они вообще не трогают. А когда они доходят до земли Гошен, они туда не входят. Как будто они читают вывески, что там написано, это земля Гошен, тут живут евреи. Они, сюда мы не войдем. А в других местах они евреев тоже не трогают. Это показывает наблюдение Бога, что происходит с каждым. На кого пантера нападет, а на кого нет. На египтян – да, на евреев – нет. Интересно. Только в двух ударах написано, что они не были в Гошен. Написано это про зверей и про град. Нашествие зверей и град. Почему? Мы же знаем, что все удары затрагивали только египтян и не трогали евреев. Это и кровь, и лягушки, и вши, и все другие удары. Так почему именно для этих двух ударов написано, что нашествие зверей и град, написано, что они не были в земле Гошен?
Хатам Софер говорит так, что эти два удара, нашествие зверей и град, кроме того, что они поражают, они и пугают. Скажите хорошей еврейской маме, что ты можешь спокойно выпускать своего мальчика на улицу. Там гуляют звери. Ну, лев направо, тигр налево, волк спереди, медведь сзади. А твоего мойщего никто не трогать не будет. Скажите, еврейская мама пошлет своего ребенка на улицу? Определенно нет. То же самое и насчет града. Град справа, слева, спереди, сзади, но град евреев не затронет. Но он же пугает. Так, град и нашествие зверей не было вообще в Гошине. Сам ты вдут, я сделаю разделение. Я буквально вдут, выкупы. Разделение. Бейн ами у бейн амехо. Между моим народом, между твоим народом. Твой народ будут затраги, будут есть звери, а евреев нет. Вемохор гио и сазе. Завтра будет это знамение. Ваяс одиной кень, сделал Бог так. Вайови орывковит. Пришло нашествие, тяжелое нашествие смеси зверей. Бейсофары в дом фараона. У Бейсаботов и в дом его рабов. У Вихол Эрец Мицраим, во всей земле египетской, Тишохис Орец, земля портится, Мипнея Орев из-за смеси зверей. Ваикро Фары Умеше Уарен позвал фараон Моше и Аарона. Вайомер сказал, видите, он хотел пощады в середине нашествия зверей. Сказал, «Лыху зивху лэлэйхэм, идите, приносите жертву вашему Богу, боорец тут в стране. Вы просите выйти трехдневную дорогу. Принесите жертву Богу тут на месте». Ваейма Мэйша, сказал Мэйша, «Гэйнохм вас искэнь, неверно так делать. Ките о вас Мицраим». Потому что идолы Египта не сбаха одиной рейну. Мы будем приносить жертву Богу нашему Богу. Хей низбах. Мы будем приносить в жертву эстеавас Мицраим, идолы Египта рейнеем перед их грозами. В рейскую, ну, они нас не будут забрасывать камнями. Невозможно тут приносить жертвы на месте. Ведь овца и коза у Египта были священные овца и священные коза. Как в Индии священная корова. Мы не можем приносить. Будем приносить перед их глазами. Они нас не забросают камнями? Конечно, забросают. Я слышал красивое замечание одного иерусалимского еврея. Скажите, с кем говорил Моше и Аарон? С кем он говорил? С кем он беседовал? С фараоном. Фараон, он владыка своей стране. Он хозяин над армией. Над полицией, милицией. Он хозяин. Он же мог сказать, что ты боишься, Моше? Приноси жертву здесь. А я пошлю милицию, и моя милиция меня бережет. А почему Моше так не сказал? Почему фараон так не ответил? Он понимал, когда затрагивает религиозные чувства населения, то вспыхивает такая ярость, никакая милиция, никакая армия, никакая полиция тут не поможет. Просто она перейдет на сторону погромщиков. Она присоединится с погромщиком. Поэтому фараон этого не ответил. Пока это нам показывает, на какую самоотверженность шли евреи, когда они в конце концов шли приносить жертву баранчиков и козлят. Они шли на большой риск. Потому что Моше сказал фараону, что, естественно, они будут забрасывать камнями. А евреи это сделали. Действительно, была большая заслуга.
Дерех шейша съемим, дорогу трех дней, нырая бомиду, пойдем в пустыне, вызовахну райной рейну, принесем жертву Богом нашему Богу, кашел емер рейну, как он нам скажет. Во имя пары, сказал фараон, а мы их, а шалхесхам, я вас отпущу, узвахтем, будете приносить жертву райной рейхам, Богу вашему Богу, бомидбор в пустыне, рак только ахейка и сархику рорехет, отдаляться, не отдаляйтесь идти. Я видел комментарии, что фараон просил у Моше компромисс. Идите, но не так далеко, не на три дня. Он просил у Моше компромисс. А пиру бади. Просите Бога за меня. Во имя Меша, сказал Меша, вот я выхожу от себя. Во атарты родиной буду просить много у Бога. Весоры орыв уберется смесь зверей, мипары от фараона, миаводов от его рабов, у миамей от его народа, мохор завтра, рак только, а у ейсы пары осел, чтоб пары больше не издевался, говорил ты шарахасом не отпускать народ, лизбеях одиной приносить жертвы перед Богом, чтобы больше не издевался. Когда звери уйдут, чтобы ты выпустил. Бойцы меньше. Ну, как вы думаете, фараон так и выполнит свое обещание или нет? Как вы думаете? Увидите, сейчас почитаем. Воицы Мейши Меймпары, вышел Моше от фараона, воецар молился родиной к Богу. Вояс одинокий двор Мейши, Бог сделал, как слово Моше. Воесар орев, убрал смесь зверей, мипарей от фараона, миаводов от его рабов, умиамей от его народа. Гынишар эхот. Не остался ни один. Интересно. А почему звери ушли, а лягушки вымерли? Очень просто. Бог посылал удары на Египет, чтобы их наказать. Не чтобы они от этого выигрывали. От лягушек они имели только вон плохой запах и грязь. А звери бы вымерли, они бы имели шкуры. Поэтому звери ушли. Моя бы пара если бы. Фараон сделал тяжелым свое сердце. Гамма помазейс, так же в этот раз, велыщирахесом и не отпустил народ. Так первый удар прошел с удачей. Бог показал, как есть наблюдение Бога, на кого звери нападают, на кого нет. На египтян нападают, на евреев нет. Ваеймер Адиной Миша, сказал Бог Миша, бей его парой, приходи к фараону, выдебарты его, говори к нему, кейомар Адиной Рео Иврим, так говорит Бог, Бог евреев, шарахе сами, отпусти мой народ, в Явдуне, что они мне служили. Кеймо эйна тога шарах, если не хочешь отпускать, вейт хомар зикбом, ты еще и держишь? И не яд Адиной Рео, вот рука Бога будет, твой скот, который на поле. Басуси, на лошадях, бахамерим, аслах, багмалим, верблюдах, бабокор, крупный рогатый скот, убацы, мелкий. На лошона кодеш, мелкий скот и овцы, и козы, это цон. На русском я не знаю эквивалента. Так, рука Бога будет на весь свой скот. Девер, эпидемия, ковид мейт, очень тяжелая. Бог разделит бей микне Исраил между скотом Израиля, увей микне Митроем и между скотом Египта. Вегайомус не умрет, миколи вне Исраил от всего, что есть у евреев, довор ничего. Вайосим Адиной меет ример. Бог сделал время, говоря. Мохор завтра, я с Адиной, Бог сделает, это добро разы, это борец на земле. Пояс одиной садоба раземи мохрос. Бог сделал это на завтра. Вайомос кию микне Митроем. Вымер весь скот Египта. Уми микне вне Исроил, а скота сынов Израиля, реймейс эхот. Не умер ни один. То есть скот Египта вымер полностью, все, 100%. А скота евреев никто не вымер. Ваишах пары послал фараон.
выяснить, войны и вот, Реймейс не умер, мимикны и строил, а скота Израиля адехот до одного. Ваир бодрей в пары, укрепил сердце фараона, в Рейшах не отпустил народ. Тут это тоже демонстрирует, что Бог наблюдает на всем, что происходит тут, на земле. Они были в том близком месте, близком один от другого. Условия такие же. Египетский скот полностью вымер, а еврейский полностью остался. Показывает, что Бог наблюдает на то, что происходит тут на земле, и он вмешивается в том, что происходит здесь. Во имя Адоной Умейше, Беарарин, говорю Бог Моше Аарону, Хувахем, возьмите вам рыхофнехам, полные горсти, пьех кившон, от золы и от печки, узроки Мейше Ашомойму, Ашомойму. Моше бросит его на небо, рейные фары перед глазами фараона. Вое будет, овах пылью, а укол эрец Мицроим, на всей земле египетской. Вое родом будет на человека, варабейму и на скот, лишхин, нарыв переха бабуес, что растет нарывы, бехол эрец Мицроим, во всей земле египетской. Ваикху взяли с пьеха кившон, взяли зау от печки, ваям достали лифные фары перед фараоном, ваизрак эйси бросил его меньше ашомойма на небо, ваи был шхин, нарывы, а бабуес, были нарывы, пирех растет бо одному человеку в абхейму и у скота. В Йоху Ахартуме не могли египтяне гаметь стоять ифнеймейши перед мейши бепней ашхины за нарывов. То есть они, колдуны стыдились приходить перед фараоном и быть перед мейши стоять. Они были полны нарывами. Они же были, так сказать, колдуны самые важные. И они были противники Моше, они не могли. Кёй Ашхин, потому что были нарывы, Бахартуми, на колдунов, Ухо Мицроим, во всем Египте. То есть колдуны стыдились появиться во дворце фараона. А фараон остался один, даже без психологической поддержки колдунов. Так они его поддерживали. Так что получилось? Он уже сам по себе не мог держать себя. Так ваяхазык Адоной укрепил Бог от своей пары сердца фараона, врешом арэм не слышал их, каше дыбер Адоной умейши, как Бог говорил к Мейше. Интересно, первый раз, что написано, Бог укрепил сердце фараона, это в шестом ударе. Первые пять фараон справлялся сам и сам крепил свое сердце. На шестой удар уже Бог укрепил его сердце. Рамбан объясняет, что это потому, что у него не было психологической поддержки колдунов. Почему это говорит нам, что такое поддержать друга в тяжелый момент? Какая большая сила есть в этом? Так тоже. Все эти три удара показали, что Бог наблюдает над всем, что есть на земле. И звери, на кого они нападают, на египтян нападают, на евреев нет. Скот египтян весь вымер, скот евреев остался. И нарывы были на египтян, а не на евреев. Следующий удар. Во имя Адоной Умейше, сказал Бог Умейше, Ашкин Бабекер. Встань утром, мы изъяты, встань лифтной фарой. Встань рано утром, мы изъяты, встань лифтной фарой. Помарта его, скажи ему, кио мара дино его иврим. Так говорит Бог, Бог евреев. Шарах эсами, отпусти мой народ, вы авдуни, что они мне служили. Кибапа мазейс, потому что в этот раз, они шарах, я посылаю, эскол маги фейсай. Все мои удары, о липхо, к твоему сердцу, о аводехо, на твоих рабов, увамехо и на твой народ, бавур тейда, чтобы ты знал, ке инко менье бахоорас. Нет подобного мне на всей земле. Видите, это уже третья серия. Первая серия была, что есть Бог.
Тыдак я не Ашем, я Бог. Втором, что Бог, а не Ашем, керовоз внутри земли, я наблюдаю за всем. А третьим, никому не бухалас. Нет подобного мне на всей земле. То есть Бог единственная могучая сила в мире. И Он хозяин над всеми противоположностями. Над всеми силами природы. Он единственный. Тут мы сегодня останавливаемся.